Здравствуйте! Приготовлю вкусно куриные бедра. Я их уже помыл в проточной воде. А теперь самый важный момент – это хорошо их замариновать. Вот специи, которые я буду использовать. Это пол чайной ложки черного перца, чайная ложка куркумы, чайная ложка из смеси перцев и чайная ложка молотого кориандра. Теперь насыпаю и тщательно перемешиваю все руками. Все очень просто. Теперь этот контейнер убираю в холодильник ровно на сутки. Мясо будет идеальным благодаря такому длительному маринованию. Прошли сутки. На противень добавляю немного растительного масла. И укладываю хорошо замариновавшиеся куриные бедра. Отлично! Ставлю в уже разогретую духовку до 180 градусов на 1 час 30 минут. Ну вот и стекло время. Готовы вкусные бедра. Запах уже стоит невероятно ароматный. Посмотрите. С хорошей хрустящей корочкой. Как я и люблю. А вы любите с такой корочкой? Если да, то ставьте лайк. Вкусный ужин готов. Отлично. Мне самому нравится. Как видите, можно легко и просто приготовить вкуснейшее куриное мясо. Так что вот так при помощи духовки дома можно приготовить себе настоящий шашлык и украсить им стол, который будет не хуже, чем в ресторане. Корочка хрустящая, а мясо нежное и мягкое. Как вы сами видите, все очень легко и просто, зато как же вкусно получается. А если посчитать по деньгам, то насколько же дешевле получается приготовить столько мяса дома и украсить такой стол, чем если бы это заказали в ресторане. Приготовьте так куриные бедра дома, и вам очень понравится. Если вам понравилось, помогите продвинуть это видео. Нажмите под видео палец вверх, а также подпишитесь на канал. Заранее благодарю. Желаю вам всего доброго. До скорой встречи на канале.